Сербия рассчитывает получить дополнительные объемы газа из России в январе-феврале 2022 года. Об этом заявил в среду президент Сербии Александр Вучич на ежегодной итоговой пресс-конференции, сообщил корреспондент ТАСС. С 1 января нам будет поставляться газ по цене $270 за 1 миллион куб. Только мы платим и за дополнительное количество газа, которое мы берем, а из-за развития индустрии, из-за развития Сербии в целом это необходимо. Также верю, что мы от наших русских партнеров получим большее количество на январь-февраль 2022 года от предусмотренных. Так что мы получим несравнимо меньшую цену даже за это дополнительное количество, которое не было проговорено ранее и которое не было нам нужно в 2020 и 2021 годах, заявил сербский лидер. Вучич сообщил, что ежедневно Сербия докупает от 2 до 5 миллионов куб газа. Надеюсь, мы завершим этот вопрос в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Мы докупаем газ на Западе, поэтому просим дополнительных объемов из России. Основной объем мы получаем по $270, а дополнительный объем надеемся получить по низким ценам, сказал он. 25 ноября в результате переговоров Путина и Вучича в Сочи Россия сохранила цену на газ для Сербии на уровне в $270 на 6 зимних месяцев, после чего Белград получит от Москвы благоприятные условия по долгосрочному контракту. По мнению сербского лидера, эти условия являются исключительными. С 1 января 2021 года «Газпром» начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту. Из России газ транспортируется по морскому газопроводу «Турецкий поток» и далее по территории Турции. Затем по национальной газотранспортной системе Болгарии он поступает в Сербию.